Легким бегом ранним утром стартовал в Ульяновске Всероссийский олимпийский день. Праздник спорта и здорового образа жизни прошел уже в 33-й раз. По традиции первыми его участниками стали активисты клуба любителей бега «Ювенис», разыгравшие свои награды на дистанциях 3 и 5 километров. Международный олимпийский день многократно приятней участвовать в таком забеге-пробеге, когда у людей только положительные эмоции и только улыбки на лице. В рамках праздника десятки мероприятий, среди которых акция «Симбирские ступени». Забег не по горизонтали, а практически по вертикали. 607 ступенек по лестнице у Краеведческого музея. Испытание для души и тела. На одной мотивации не добежишь. Вот. И то же самое, если твоя подготовка не специфична под лестницу, то как бы без мотивации это тоже тяжело продолжать бежать. То есть тут 50 на 50. Егор, давай! Оп, 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 оп. Верил, что выиграю, и добился, боролся прям до конца, до самого. Тем временем на центральном пляже Ульяновска свои жаркие баталии. Впервые регион принимает большой всероссийский турнир по пляжному волейболу. Более 10 площадок, более 30 команд из нескольких регионов страны. На возраст никто скидок не делает. С награды в равных условиях бьется и молодежь, и ветераны. Честно, надеемся в восьмерку зайти. Потому что турнир все-таки молодежный, приехали и хорошие ребята из Казани, из Москвы, из Питера команды после кэмпа остались. То есть, ну, будем пытаться в восьмерку зайти со своими ветеранскими возможностями. А стадион «Локомотив» по традиции отдали футболистам. Здесь первый областной турнир среди молодежных команд. Кубки и медали приготовили для студентов вузов и учащихся техникумов. Как и на других площадках региона, девиз состязаний – «Знай наших». Нам надо, чтобы наших героев знали. Ульяновцы должны знать ульяновских героев, мы, россияне, должны знать российских героев. Это очень актуальный, приятный и ложащийся на ухо слоган. Героями мини-футбольного турнира стали студенты педуниверситета. В решающем поединке они переиграли представителей аграрного университета, забив по одному голу в каждом из таймов. Награды чемпионам вручили футболисты ульяновской «Волги», завоевавшие недавно путевку в первую лигу чемпионата страны. Остальных лауреатов Олимпийского дня чествовали уже вечером на набережной Свияги, где нашлось место показательным выступлением представителей региональной конфедерации единоборств. Это большой национальный праздник, который говорит о том, что олимпизм жив, что олимпийский вид спорта – это олимп всех видов спорта. И чтобы мы внимательно следили за олимпийским движением в целом в Российской Федерации. Таким образом, организаторы Олимпийского дня словно передали эстафетную палочку организаторам Всероссийской летней универсиады. В Ульяновске она стартует в ближайшее воскресенье. Церемония открытия 3 июля на стадионе «Труд». Михаил Сашанский, Allprawda TV.